Небольшой столб, оборудованный необходимыми инструментами, чтобы исправить мелкие поломки велосипеда, установили сразу за остановкой Центра молодежного творчества. Теперь бесплатно отрегулировать руль, поставить на место слетевшую цепь или накачать колеса стало возможным. По нашим исследованиям, каждый пятый велосипедист сталкивается с тем, что какие-то происходят мелкие поломки, поэтому такие станции необходимы. Это очередной путь к комфортному и безопасному использованию велосипеда нашими гражданами. Это место выбрано не случайно, и достаточно долгое время мы его выбирали, проводили разные опросы, голосования в наших группах социальных и приняли такое решение, что здесь на сегодняшний день самое место, где станцию рационально поставить. Здесь активное передвижение велосипедистов и центр города. Станция для ремонта велосипедов антивандальная. Каждый инструмент, будь то ключ или насос, прочно закреплен. Это сделано для того, чтобы станция просуществовала как можно дольше. Для Анны Хамицкой, волонтера учреждения «За Велобрест» и автора проекта, установка этой станции – важное событие, ведь идея возникла давно. Эта идея еще была рождена в прошлом году. По опыту Минского велосипедного общества, так как у них очень много этих велостанций по всему городу. Вот. И в прошлом году также проводился конкурс городских идей, но у меня тогда не хватило, наверное, больше опыта и каких-то знаний, чтобы реализовать идею в прошлом году. А в этом году тоже проводился конкурс городских идей Regeneration, в котором я поучаствовала и вывела финансирование на установку этой станции. Активисты велодвижения отмечают, если первая станция будет пользоваться популярностью, то в следующем году их станет больше. По всему городу планируют разместить порядка 10 таких же. Ирина Кузьмич, Андрей Щерба, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БукТВ.